а еще в горах там наверху есть снег. Поделятесь. Мы едем по делам. Ты? Поделятесь? Поделятесь. Я не вижу еще. Смотрю в горы этого самого лесописта, не вижу. Ну как. Και εδώ που είναι η φορά δεν μου αρέσει εδώ που σταματάς είναι η φορά. Τι να κάνουμε, σταμάτα. Мы поехали по делам по окружной дороге, нам другой конец города. Заедем. Я вчера делала рогалики маленькие такие, мне мама их делала. Ой, я вчера сделала, уже в 2:00 ночи закончила вытаскивать из духовки. Сегодня утром просто встает такой, я говорю, иди давай этот самый кушать, ему уже во французскую школу идти, уроки у него французского. Я говорю, что-то тебе там испекла ночью. Он идет такой, ест. Я, говорит, эту тарелку всю, говорит, сегодня съем. Покупайте, говорит, еще, говорит, сыр, говорит, еще и делайте, говорит. Ну вот сейчас надо купить еще делать. Ему так понравились, и Васю, и мне, и ему. Мама у меня делала такие когда-то, я маленькая была. Ну, мы с ней вместе делали, конечно. Вот, и этого самого. Сейчас надо заехать тоже купить кое-что молока. Мы покупаем по 2-3 бутылки, и у нас уходит молоко. О, кинули с 5000. Ой, гайдурус, ялуга. Гайдураки. Гайдураки. Ой, да гайдураки, гайдураки. Гайдурус это осел. По-гречески. И вот, пока мы едем в другой конец города, позвонили Ваесу, сказали. У нас поднялось все в цене, и солярка на отопление дома, и солярка для машины, и бензин, все поднялось, все цены поднялись, перевозки поднялись, все поднялось. Вот у нас в этом в парламенте, как у нас, парламент, да, наверное, кричат, визжат все эти самые депутаты и все остальное. Уши делается, все рассуждают, все один кричит, давайте снижайте налоги на бензин, на солярку, на все, люди должны жить, снижайте налоги на то, на все, и, короче, там делается, что... Оп. Проловенис, Прасина. Надо сюда к друзьям нашим заехать, посетить цветочный магазин. Вот. И сегодня у нас уже 5 февраля. Видите, как быстро дни летят. Вообще быстро время летит. Как-то я не знаю. Тут тьфу, плюнул там, а уже плевок уже там, в другом измерении. Ну так уж просто я говорю. Вот, такие вот вещи. Ладно, девочки, мальчики, увидимся. И ранее, Мигус. В Тукинту ты ранее? Ой. Девочка такая же машина, как у нашей девочки, которая снимает квартиру. Вот, такие вот вещи. Вот сейчас ухожу, кот сидит, скребется в дверь, хочет к нам прийти. У нее в доме скребется, чтобы выйти. Он лапой так скребет, дверь открывает. И этот, я говорю, иди успокойся, ложись спать. Потом придем, тебя возьмем. Кот просится к нам постоянно. Вот такие вот. У нас сегодня солнечно, тепло. Мы во дворе поработали. Я кушать сварила, потом чистил Ваюс во дворе, постриг розы. Памы. Да, Филиш вас. Ага, Филиш. Друг наш сердечный чистит окна, стекла моет передние на машине. Ваюс его называет друг наш сердечный. Вот. Я сегодня перцы сделала. Вы в прошлом году видео видели, я перцы купила. И надо дома теперь убираться. Но теперь пока приедем, дела сделаем, покушаем, уже вечер будет. Костас дома сидит. У него друг заболел второй раз. В прошлом году в мае болел. Всем известной болезнью. Сейчас снова заразился, снова сидит дома, снова заболел. Который сидит с ним за партой. Так что по второму кругу пошли, девочки, мальчики. И никого не слушайте. Никого не слушайте. Не поддавайтесь ни на чьи. Ну, как сказать, не поддавайтесь под то настроение, которое вам вещают в интернете. Про все-все остальное. Думайте своей головой. Хотите жить?
Думайте своей головой, как вы будете жить и с чем вы будете жить. Я, например, второй раз не хочу пройти через болячку эту. Не хочу. Вот. А если Костас сейчас опять... Ну, Костас недавно переболел. Если Костас опять принесет эту болячку в дом, он уже сидел вместе с ним, тот заболел, а этот пока не знаю, свеженький, может быть, после этой болячки. И, может быть, не заразится, и мы не заболеем, не знаю. Может быть, мы пройдем легко, что даже и не заметим. Нам завтра надо будет сдавать анализы в школу Костасу. И нам посмотрим и ВАЮС, и я сдадим этот. А вот, так что вот так вот. Один друг у Костаса сделал прививку. Ему 12 лет исполнилось, он сделал прививку, мама ему сделала. Он сказал, сейчас через сколько там, через 20 дней что ли идешь на другую делать, вторую. Вот. Такие вот дела. Ну, Костас так что переболел, он не будет сейчас делать прививку. Ну, не буду я ему делать пока, пускай. А летом посмотрим, что будет. Может быть, нас всех освободят от этого дела. Девочка идет, ботики зелененькие, курточка зелененькая. Все у нее подходит. Вот так, Вася в машине. Кое-что скупились. Кое-что так чуть-чуть на 50 евро. Я все-таки себе купила цветы эти. Я говорю, я и вся изведусь, если я их не куплю. А один маленький-маленький росточек стыбрила. Нашла там сломанный. Посмотрим, вырастет или нет. Уф, и ноблема. Какие-то твои, конечно. Ну, на, сейчас, подождите, я руки этим спиртом протяжу. Солнце такое. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на, дедушка. Кевдыны грия, кафеды кизитая, повтуту папу, достылейкату. Ты до. И такой дедушка, он сгорбленный, весь тащит сумочки, она говорит этого самого, дай мне, говорит, дай мне. Дед, он ей ничего не сказал, сказал ей только хорошее. Памяпану, садико, мусики. А я припаку вон, папа. Дефелю, кисти кентру, Борис, на пас, я ты иду до Евгения, сти кентру, на ксерис. Иду на канис киклу, ики, гиру-гиру. А здесь дорога закрыта. Теперь только отсюда нам. И, как вам сказать правильно, у меня кончились таблетки от этого самого, от в машинке стиральную, чтобы, как сказать, налет этот не появлялся, господи, по-русски, я не знаю, как сказать, намордник не могу никак снять. И... В Лидле, в третий Лидл попали, и в третьем Лидле нет. На, вот этот дедушка, вон, видите, склоненный такой весь. Этот. И это, вот, она у него просила там что-то. Бик. Хора. Это? Да, старшу. Наклинишь дрома, шулишь. Ах, наклина. Блондинка сидит за рулем. Запай. Девочка с хвостиком. На доме посапай. Ади кираму, ади. Ади кираму, ади. Мерседес. Кираехи. Мерседес, кираехи. Ой-ой-ой-ой-ой, камера трясет. Там дорога железная. Ой, как показываю вам, новая дорога. Раньше она здесь была шире, и эти самые дорожки были маленькие. Сейчас видите, как сделали? Еле-еле вмещается машина, и дорожки для пешеходов большие сделали. Вот. Я вам показывала ночью, сейчас смотрите днем. Видите, расширили их, насколько камень, видите, вот этот сделанный здесь. И здесь то же самое. Это дерево была дорога, а сейчас это дерево забрали вот сюда. Еще вот видите, насадили здесь всего цветочки, кустарнички. Да. А вон, видите, им нету дороги, видите, им нету самого. Собака. Ой. Кипизи. Да, видите, как красиво сделали, все для пешеходов. А им мало места, вон какие, видите, тут просторы гулять, а они идут по дороге, как и в прошлый раз ночью. Мы ехали с магазина. Я купила опять этот самый, я вам сделаю один пирог с сыром.
В греческом стиле, на днях выставлю. И вот эти вот рогалики. Костас попросил маму купить и сделай еще. Ну ладно, сделаю еще. Он сейчас будет сидеть на этих рогаликах. Ну вкусные, честно вам говорю, вкусные, очень вкусные. Канела ксехаше его, ах. На миксихна стоял в супермаркет, канела нам упись. Канела и не корица по-русски. У меня уже кончилось, там в пакетике чуть-чуть осталось. Я вчера так сыпала чуть-чуть. И не могла высыпать, мучилась уже ночью в 2 часа почти, чтобы видео закончить. Ой, творения, шедевры. Иногда у блогеров получаются не так, как хочешь. Вот. Ха-ха-ха-ха, ладно. Вон, видите, как красиво идут пешеходы. Красная эта дорожка велосипедная. И цветочки с деревцами посадили. Вот видите, как гуляют. А раньше здесь была такая маленькая пешеходная дорожка, была широкая дорога для машин. Вот, а сейчас так шикарно сделали. Вот. Снег в горах лежит. Наблюдайте, снежочек. Детишки на велосипедах, видите? Классно. У нас очень сегодня тепло. Что, весна началась, что ли? Бам-бум. На, тетя. Бум-бум-бум-бум. Бам. Ведра. Я бум-бум, а она еще бум-бум. 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 На, молодой человек. Вот, что-то смотрит. Такие вот дела. Надо зайти, эту штуку, порошок и таблетки-то найти надо в супермаркете. Они... Ладно, где деревья посадили новые, да, вот это вот самое. Там тоже память. Анютины глазки. Ты к жиру его идой, не в генис, а пану, да в генис. Ну, мижу, да в генис, капо. Пернас. Пама подопу к А, охи, и в тентов дромуши на к жиру. Пама подопу к жиру. Нам надо в супермаркет заехать в один, там, который на центральной дороге. На центральной дороге. В них надо заехать. Называется Альфа-Вита или Склавенитис в какой-то из них. Как хочу перцы, которые я сделала. Время 4,5 часа уже, а мы еще ничего не кушали. Утром перед школой Костандинуса, это было в 7:30, мы позавтракали, и до сих пор еще ничего не ели всей семьей. Но Костас сидел этот самый, пил чай, сделала. Ну чай, что там, чай я сделала. Я выпила чай, бокал чая и все там. Два печенюшки съела. А Костас эти печеньки, которые рогалики кушает, которые я ему сделала. Все, тарелку доел. Увидите видео. Сегодня, наверное, смонтирую, выставлю тоже. Вот. Такие вот дела. Вчера я вставлю вчерашнее видео. Давайте сюда вам этот самый. Мы доделали полку с Лайусом. Делали, шлепались во дворе. Я давайте тоже сюда вам вставлю, что мы делали вчера. Полочку, кому интересно, мы ее доделали. И вот. И все. Покажу вам цветочки в конце. Кому интересно, кто хочет досмотреть видео до конца. Покупочки. Салат Костасу, как всегда, купила. Он его ест, ему нравится. А дома я такой сделаю. Он не будет. Ему нравится то, что вот в магазинах. Да, надо отдать 3,5 евро, чтобы скушал салат Кириус Костас наш. Вот такие вот дела. Суспите на фьяхну салат от этой, да на фай. Πρέπει να πληρώνω 3,5 ευρώ να του φάει σαλάτα αυτός. 3,5 ευρώ φτιάχνεις 10 σαλάτες. Στρίβεις 3,5 ευρώ σδίλεις 10 σαλάτα. Έλα. Στρίβεις. Στρίβω, ναι. Να σε την центральную дорогу выезжать. Βγάζει. Подниматься на центральную, на объездную выезжать, где мы выезжали в город. Тетя там стой. Увидимся. Паркару, на. Сюда, на центральной дороге, два магазина. Мы сейчас это самое. Этот дядька поехал под красный свет и потихоньку едет. Если бы Вайс ехал впереди, он бы успел под этот фонарь. А, из-за этой машинки не успел. Дык же рваем, ускловенитесь. На паму ускловенитесь. Вот так называется маркет. Кидоки стали. Ой.
Посмотрим, что есть. Вот, посмотрите, кто ездит. Да, мне спрашивали, сколько стоит идут. Вайму, пошуканит на вагалиш доди, если ты пошу приросишь. 50 или 40 евро. 30 сарада, 50 налога. Да, Костас, она заделала, зуб заделала. 30 или 40 взяла, 40 евро взяла. Вместе с уколом совсем заделала пломбу. А Костас, у апоневрусе, като саран, като пенен, да. 150 пошло, чтоб удалить нервы. И этого самого, и по солнце, по мапану. И ты до денег паркинг. И запломбировать. Ну, она лечила ему почти 2 месяца. Там у него была опухоль с этим самым, с пион, как с нарывом. Она ему чистила несколько раз. Ну, наверное, 4 раз мы ездили. Она чистила ему, смотрела. Она не хотела ему давать лекарства. Эти самые, такие, которые... Ага. И не хотела, сказала, пускай само собой заживает, потихонечку она ему вылечила. 150 евро. Так что вот так вот, девочки, мальчики, кто меня спрашивал. Я за... Сейчас пойду ставить... Да, мене, де влепо. Так же, вборо, я ты вборо, и не хамела, и не... И это... Мои зубы, я не знаю, сколько будет. Давайте потом посмотрим, сколько я буду лечить. Вот, альфавита. Приехали. Так что приехали. Вот так вот. Сколько это стоит? Альфавита, копсит. Сколько зубы стоит? Она... Маска. Еще делает она это самого. Тест. Перед тем, как делать зубы, она делает тест человеку. Он выйдет у него этот самый... Отрицательный или положительный. Ну, не знаю, какой там. И она только тогда начинает делать зубы, положено им так, зубным врачам. Или ты принесешь с собой тест, сделанный раньше. Давайте, все. Мы по сторонке на кануты не тети, пошли, смотрите, вот они здесь. Вот. Джаба? А эти механесны. Парея. Тора на кану трехши, мы влепишь ты кану. Ой, не парея, паня, паня. Парея, и далеко, а ты тора на треху не нехшешь, ты. Стривун. На. Вольта супили. Видите, что они делают? Стривун, киго. Стривун, на. Поехали. Паме, паме, Оль. Поехали, поехали. Лепси. Видите, как он жопой водит на мотоцикле. А потом говорят... А потом говорят, бедный мой ребенок. Он же такой хороший механови был. Вернее, мотоциклист механови. Мальчики, покажу, что я купила. Купила я цветочки. Они вот такие вот были на той. Были в пятницу 4 числа. Вот они столько стоят. И они были разные. Я вот этот цветок не знаю, что за цветок. У них даже вот так вытаскиваешь. Так. И там ничего не написано. Ну давай же, вылазит, не вылазит. Я купила вот такой вот, знаете, вот не из-за этих вот этих традисканций, вот из-за этих же зеленых, они мне нафиг не нужны. Вот из-за этого розового. И вот этот вот кусочек маленький, маленький такой, весь пораненный. Маленький вот такой вот. Вот такие малюсенькие. Сейчас покажу. Не снимает. Вот такие малюсенькие были традисканции, малюсенькие, они такие были большие, вот такие уже. И вот она нашла кусочек сломанный. Я сейчас его сейчас поставлю, отрежу на укоренение. Если у меня вот этот маленький веточка, вот эта укоренится, у меня будет маленькие-маленькие цветочки. Я его сейчас вот сюда вот так вот, вот прикопаю, вот сюда вот, вот, вчерашним цветочком. И купила лиану. Лиану купила, пускай будет. Я хочу, чтобы у меня висели цветочки в горшочках. И вот эти вот розовенькие традисканцы. Она такая мелкая-мелкая. Вот это вот тоже. А вот эту зеленую она мне не нужна. Я повыкидывала. Нафиг она мне не нужна. Она мне не нужна. Ну, пускай будет. Пускай будет. Ладно, я посажу их сейчас. Я сейчас напикирую вот эти вот кустики сегодня. И посажу еще, дам корешков, чтобы в маленькие горшочки еще развесить. Вот эта розовая мне очень-очень нравится. Вот, такие цветочки я сегодня себе купила. Но там были разные-разные. Я же не могу купить по 6 евро всяких-всяких. Еще там другие были. Всякие красивые. Вот такие вот были. Ладно. Так, что купили?
этот воду, я буду делать пирог. Мне нужна бутылка вот такой воды. Пришлось купить. Вайш пьет эту воду газированную. Так, сахар 4 пачки. Чай и коту еду. Знаете, да, я собираю коту еду коллекцию. Когда поеду, чтобы у меня было в деревне. Вот коту такую. Галапула — это индейка. Патте индейки. Вот такие вот вещи. Купили салат. Этот бекинг паудер. Вот такой вот. Так, салат Костасу. Коста! Салатик! Токсервис, знаю. Салат вот такой Костасу. Купила я этот самый амфотеру с творог, чтобы сделать опять ему рогалики. Увидите, как я его сделаю. Вот. Это для рогаликов. Опять ему сыр для пирога. Вот такой вот. Опять масло для того, чтобы сделать рогалики. Я уже, которые в прошлый раз покупали, израсходовалась. У меня здесь молоко и курица. Так, и дальше еще один пакетик. Виты заехали только за этим самым, за порошком для машины. И купили целую кучу всего еще на 30 евро. Вот такой порошок. Больше ничего нормального. Был нормальный, но очень ценный кусачи. Костасу в школу вот такие штучки, две штучки. 1,30 что ли стоит одна пачка. 4 штуки там. Купила канеллу. Потому что у меня все кончилось, канелла. Вот. И здесь этот самый печеночка, а здесь фарш Вайс купил. Все. Вот такие вот у него покупочки. А, он там еще купил в этом. Я еще цветочки купила, семена. Потом я их покажу. Я не буду показывать их сейчас, потому что слишком много. Так, здесь у меня перчик стоит. Вот. Видите, какой перчик. Хватит того столечка нам. Ой, какой сразу аромат пошел. Это я размешивала мне здесь. Так вот, фруктов нету, ничего нету. Бананы не доели, яблоки не доели. Надо кушать это все. Ничего не покупаю, фрукты. Есть апельсины и лимоны. Так, все. Все, вот такое вот. Еще я скупил там свои строительные штучки какие-то. Ну, это вам не надо. И неохота тащить их сюда. Все, 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 девочки, мальчики, все, все, все. На день Святого Валентина дарите всем цветочки. И я буду сегодня поставлю на укоренение вот эти розовые. Вот такие вот вещи. Все.